Ну а сейчас от техногенных происшествий перейдем к экологическим. В окрестностях Усолья Сибирского произошла массовая гибель рыбы. Искусственный водоем и побережье вдоль него оказались буквально забиты сотнями мертвых щук, карасей и лещей. Пока местные экологи не берутся со стопроцентной уверенностью говорить о причине гибели, но, скорее всего, ей стало промерзание озера до самого дна. Рыбе попросту не хватило воды и кислорода. Однако окончательную точку в этом деле поставит заключение экспертов Роспотребнадзора, которое будет готово к завтрашнему дню. Напомним, это уже не первый подобный случай в регионе. В конце марта аналогичную картину можно было наблюдать в Иркутском районе. Тогда причиной массовой гибели рыбы стала холодная зима. Официальное заключение об этом экологи направили в Западно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Наиболее вероятной причиной стало маловодье реки Куда, которое вместе с суровой зимой привело к промерзанию воды до самого дна и отсутствию течения, в результате которого рыба была вынуждена скатываться в непромерзающие до дна ямы, что привело к кислородному голоданию и гибели от сдавливания льдом.